Сотрудники 25-го отдела Госсанэпидтехнадзора по Московской области проконтролировали качество работ по благоустройству во дворах. Всего в Ленинском районе обновили 30 дворовых территорий, и все по областным стандартам. Согласно закону, в проекте обязательно должны присутствовать 6 элементов. Это современная детская игровая площадка, парковка для автомобилей, информационный стенд, место для сбора мусора, освещение и зеленая зона. На проспекте Ленинского комсомола между домами номер 2, корпус 1, 2 и 3 работы уже закончены. Из замечаний лишь отсутствие освещения и ограждения на детской площадке. То же самое и во дворе дома по улице Советская, 34, корпус 1. По всем детским новым площадкам, которые были установлены в этом году, еще пока отсутствует ограждение, но вчера с отдела благоустройства сотрудник сказал то, что до конца октября это все будет поставлено. Также вопросы вызвал небольшой размер зеленой зоны. Стоит отметить, что осмотр сотрудниками Госсанэпидтехнадзора носит рекомендательный характер. Еще работы продолжаются и будут, конечно, закончены. Это Петровская, Горки Ленинские и поселок Новодрожжино. Так что люди пускай не волнуются, все это под контролем находится главы района и, естественно, нашего территориального отдела. Окончательный прием всех благоустроенных зон запланирован на конец октября. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.